Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Всего пару дней назад Ольга Бузова умирала от неизвестной болезни. Напомню, что у ведущей была температура. Болело все тело, и она даже не могла говорить. А вчера Оля улетела в Дубай. Болеть ей некогда, ведь у нее сольный концерт. Маргарита Овсянникова утверждает, что безгранично счастлива в отношениях с Саймоном. Парень очень изменился и стал относиться к ней с особым трепетом и любовью. Ксения Бородина вместе с мужем отправились на новогодние каникулы в Рим. Вместе с ними в путешествие отправились Сергей и Дарья Пынзарь. Александра Чернова хочет избавиться от татуировки с изображением жирафа на своей руке. Александр Задонов утверждает, что не может навестить свою младшую дочь Сашу, потому как Элина Камерен скрывает местонахождение девочки. Ольга Бузова все-таки заставила Виталия Малышева принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион» вместе с Дашей Лымарь. Ведущая считает, что конкурс их может очень сблизить. Тата Блюменкранц обратилась к пластическому хирургу, желая сделать мамопластику. Молодая мамочка мечтает о таких же прекрасных формах, как у Лилии Читрару. На острове любви Саймон отчитал Руслана за то, что он не может усмирить свою девушку. Ребята общались на повышенных тонах, после чего чуть не началась потасовка. Благо, в это время на кухне было много людей, которые вовремя остановили парней. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость сайта Шлок. Несколько дней назад на острове любви произошла потасовка между Виктором Литвиновым и Татьяной Мусульбес. Виной всему алкоголь. Таня напилась и устроила грязные танцы, что, естественно, взбесило ее жениха. Виктор был возмущен, что Таня вела себя безобразно и трясла перед всеми парнями своими пышными формами. А вчера в сети появилось фото на страничке Литвинова, где он выставил свою любимую Татьяну в весьма неприглядном свете. Отношения в паре Сергея Захарьяша и Лилии Читрару всегда были очень сложными. Ребята только на время могут сохранить теплые чувства друг к другу. Однако в основном скандалят. Многие фанаты телепроекта сомневаются, что между Лилией и Сергеем будет что-то серьезное, ведь их пара годится только для проекта. Данную информацию подтвердил и сам Захарьяш в одном из последних интервью. Молодой человек признался, что не намерен делать свадьбу со своей возлюбленной в этом году. Сейчас у него совершенно другие планы, которые касаются развития бизнеса. Очевидно, что Сергей держится за Лилию только ради Дома 2, ведь такой союз выгоден им обоим. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.